Возвращусь. Берег оружие, как зеницу ока. Тщательно запакованный боевой пистолет мужчина перекладывал в разные места, чтобы никто его не обнаружил. Но тайна все же стала явным. Сотрудники уголовного розыска территориального отдела получили информацию о том, что в одном из производственных помещений житель Соликамска незаконно хранит оружие. С целью проверки имеющихся данных оперативники выехали на лесопилку, где подозреваемый арендовал производственные площади. Под диваном в одной из раздевалок и нашелся пистолет ТТ образца 1930-1933 года, калибра 7,65 мм. Оружие оказалось пригодно для стрельбы. Где вы его нашли? На берегу озера. Какого? Нюхти. Да. Нюхти. Летом этого, того года. Того года летом. За находку, которую оставил себе, 37-летний соликамец может понести наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет, либо отправиться на принудительные работы на срок до 4 лет. Евгения Константинова, Сергей Сюзев, телекомпания «Соль ТВ».